Всем большой привет! Я рада видеть вас у себя на канале. Сегодня у нас будет необычное видео. Я хочу начать новый формат видео на своем канале. Я думаю, что те из вас, кто смотрит иногда зарубежных вязальщиц, они видят у них периодически ролики, либо они зачастую у них единственные, да, на канале такой формат. Это подкасты или видеокасты, когда они садятся за стол и начинают с вами полчаса, час беседовать. Просто рассказывая, что у них случилось там за неделю, за месяц, показывая все свои работы и все прочее. Как правило, это называется эпизодами, то есть там эпизод первый, второй, третий и так далее. Я пока не решила, как я назову данный формат, будут это тоже какие-то эпизоды или это будут что-то типа мой рукодельный, там сентябрь, например. В этих видео я хочу вам рассказать о своих впечатлениях, о своих событиях сентября, такой общий итог подвести за месяц и рассказать, показать, что у меня есть, что в работе и вот все такое прочее. Я думаю, это будет, конечно, больше касаться рукоделия в той или иной степени. Это не будут какие-то там особо личные моменты. Вот, значит, я записала себе, конечно же, перечень того, о чем я хочу с вами поговорить, потому что на память свою не надеюсь. Итак, я думаю, видео получится длинным, поэтому предлагаю запасаться чаем, кофе, обязательно вязанием. Можно будет подглядывать периодически на экран, но в основном меня слушать. Хотя посмотреть тоже будет на что. Итак, начнем, наверное, с 1 сентября, с самого начала. И это день знаний, первый день учебы, первое мое сентября в качестве мамы. Моя дочка пошла в первый класс, и когда мы покупали с ней форму и все прочее, я спросила, будем ли мы покупать с ней банты большие. Она посмотрела, сказала так, фи, мама, нет, я не хочу эти банты. Что делать, все-таки хочется, да, как-то ребенка украсить, скажем так, поэтому я говорю, ну давай, может быть, я тебе бантик свяжу. Она сказала, да, мама, давай. Ну и, в общем, за день, за вечерок у меня связался вот такой вот бант. Я, наверное, буду вставлять потом отдельно тоже кадры с видео поближе. Это, по-моему, Вита то ли пеликан, то ли коко в два сложения. Пеликан, да. Два сложения, просто прямоугольник, который потом я очень сильно-сильно стянула. Полотно получилось очень жесткое, потому что здесь в основном столбики без накида. И, ну, они не эластичное полотно, да. И вшила просто такую вот резиночку, подшила в конце. Те, кто подписан у меня в Инстаграм, они видели, вот вставляла фотографию небольшую, да, как это смотрится. То есть мы сделали просто шишечку и на шишечку нацепили этот бант. Мне интересно, у меня голова обрезана сейчас или нет? Что-то как-то непонятно. Не хотела бы обрезанную голову. Так, значит, первое это был бантик. Дальше. Дальше второй момент. Вы наверняка видели на канале. У меня появился обзор уроков с моего второго канала «Начни вязать». Обзор уроков краткий. Я все-таки планирую делать видео такого формата на этом канале тоже, чтобы те, кто не подписан, могли посмотреть, может, что-то им будет интересно. Это будет просто пробег названия, какие видео там есть. Это будет запись с экрана, просто компьютера, где я буду показывать, что есть. Все-таки, да, не буду, наверное, делать это часто. И, скорее всего, это будет выходить также раз в месяц, в конце месяца, да, либо ну, за месяц, то есть в начале следующего месяца будет выходить такой обзор. Сейчас там, конечно же, в основном самые примитивные уроки. С самого начала я постепенно-постепенно буду это все снимать. Мастер-классы, конечно, там более основательные будут, в том числе про свитер. Но пока это все в процессе, да, поэтому надо ждать. Ну, собственно, давайте тогда поговорим и сразу про желтый свитер. Он у меня, можно сказать, готов. Он связан практически целиком, но это сейчас выглядит как куча запчастей, потому что все это вязалось отдельно. Сейчас я попробую вам показать. В общем, тут все-все в ниточках, потому что я не обрезала еще вот горловину. Значит, вот так это выглядит сейчас. Не знаю, насколько вам будет видно. То есть тут рукав у нас вот он отдельно.
перед спинка, все это отдельно. В общем, все отдельно. Ничего не понятно на данный момент. Почему еще не закончено? Вот я связала ворот, да, то есть резинку на горловине, набрала из петель открытых, которые, да, у меня здесь были. В чем проблема? В том, что я закрыла изначально просто, ну, просто закрыла, в общем, резинку, да, провязывала по узору и закрывала обычными по две вместе. Если на рукавах и внизу это все еще смотрелось довольно прилично, то на горловине это смотрится никак абсолютно, оно, ну, не очень эластичное получается. Поэтому я буду переделывать и низ, и рукава, и ворот. Я буду закрывать иглой. И потом буду уже, наверное, отпаривать, потом сшивать и потом только стирать. Наверное, все-таки так. Хотя, не знаю, есть вариант, что я сначала постираю это все отдельно, высушу, потом сошью, потому что полотно, оно грозит подтянуться. И, соответственно, мне лишние, как бы, проблемы не нужно перешивать все это потом, да? Значит, свитер, в общем-то, можно сказать, что почти готов, я почти готова его носить. Дальше из событий месяца. Ну и, наверное, не только с сентября, а это началось у меня, по-моему, уже в августе. Тоже те, кто смотрел в Инстаграме, я хвасталась, что у меня получилось вывести ржаную закваску. Ну, вообще, в принципе, закваску для хлеба, да. А я все-таки это отношу тоже к вещам, как бы, рукодельным, потому что это, ну, это очень творческий процесс. Вот не поверите. У меня ушло несколько попыток на то, чтобы у меня получилось вывести эти волшебные дрожжи, да, натуральные, вот эту закваску. И, естественно, неописуемый восторг, когда ты начинаешь печь. Я реально вам говорю, я когда пекла первый хлеб, я фактически сидела около духовки и смотрела весь процесс. Потому что это прямо вот волшебство на твоих глазах, как он растет, как он раскрывается. В общем, это очень классно. Поэтому я сейчас, ну, раз в неделю точно я стараюсь печь хлеб. Вот буквально вчера тоже пекла, пропустила всякие выставки и все прочее. Тоже про это расскажу, ну, уже в другом. Нашей подобной встрече в другую уже за октябрь. Так что я пеку хлеб, мне это очень нравится, я считаю, это тоже вариант рукоделия и творчества, потому что там тоже столько вариантов что-то потворить, вытворить, сделать какие-то узоры на хлебе, добавки и все прочее, в общем, да. Так, дальше про что поговорим, это марафон Yarn for Fun. У нас в сентябре прошел первый этап, и да, я была куратором как раз первого этапа. Ну, моя задача, да, мои действия как куратора, это были вот самые простые видеоролики по крючку, да, самые основы, скажем так, я показала. На этом, в общем-то, моя работа была, грубо говоря, закончена. Судили уже шапочки, уже все это мы просмотрели. Вот, конечно, я хочу сказать, что это было волнительно, но я совсем не могу сравнить свои эмоции как участника и как судьи. Это вообще разные вещи. Вообще абсолютно. Я, когда была участником марафона, да, у меня было такое волнение, я так ждала оценок, я так ждала нового задания, и вообще процесс вот в эти две недели, пока ты вяжешь. А здесь все маленько по-другому, и как такового не чувствуется какого-то участия в процессе. Ну, то есть волнений вообще никаких нет. Волнения, может, были самые там, когда мы только начинали что-то обсуждать, как это все будет, какие будут этапы, какие будут задания. Вот. А сейчас все спокойно, как бы, да, подошел день отчета, тебе выдали, что ты судишь, ты отсудил, отослал, все. Вот, поэтому, ну, несколько неоднозначные, скажем, у меня ощущения. Буквально на днях у нас прошел второй этап, да, огненная стихия и сумки. Было столько работ шикарных, что я просто, ну, как бы, я нервно валялась в сторонке, потому что даже я такое не свяжу. Ну, как, да. И, конечно, я сейчас, если посмотрю, я попробую такое связать, да.
Но девочек фантазия била просто ключом. Такие невероятные работы, что я себе так, да, на заметочку что-то взяла. И, конечно, связать сумку жаккардом крючком уже есть такое желание, да, надо это все тщательно продумать. Возможно, к лету какую-то себе такую классную летнюю сумку я свяжу. Да, вот такое желание появилось. В общем, вкратце, что хочу сказать про марафон. Да, что ощущения неоднозначные, и что то, как я себе представляла, как это выглядит изнутри, оно на самом деле совершенно не так. Вот. Дальше. Дальше. Такой у меня был момент интересный на канале. Я не так давно выкладывала вам видео с запасами пряжи. Меня очень удивил один комментарий, когда мне сказали, что ну, это у вас не запасы пряжи, это так, остатки. В общем-то, типа, что вы показываете? Ну, честно, я смеялась, потому что... А, да, прозвучала фраза, что нет даже по 5 мотков одинаковой пряжи. На самом деле это было, да, это все было показано в конце, самые грандиозные запасы. Я не знаю, что как бы вы хотели. Я показала всю свою пряжу. Я не писала, что я там сейчас покажу вам все свои упаковки и 100 килограмм пряжи. Я написала, да, даже вот эти вот маленькие вот моточки, я тоже считаю пряжей, которая пригодится в дальнейшем. И я могу показывать все, что хочу. Да, вы не стали смотреть это видео до конца, это ваше право, в общем-то, каждому свое. Вот. Но то, что это просто остатки, а не пряжа, меня очень повеселило. Ладно, дальше. Про рисование, про открытки. Первое, что я вам покажу, мне приехала вот такая вот открыточка, тоже поближе покажу. Улыбаемся и вяжем. Это открытки от Оли, Om Crafts. В Инстаграм она есть, я оставлю, наверное, ссылочку на ее профиль внизу. Оля вяжет и плюс вот такие вот классные картинки рисует, то есть это нарисовано руками. Все, вот я тут вижу, тут и, видимо, простите меня, акварель, может что-то есть, да, фон чем-то вот закрашен таким очень нежным. И подрисовано, в общем, классные-классные вяжущие улитки. А у Оли был, да, такой этап, это, по-моему, в августе было или в сентябре, я уже запуталась, когда она выкладывает фото открытки очередной, кто первый написал, что это ему, она ему отправляет. Ну вот я одну себе урвала открыточку, очень безумно довольна, классная штука. Дальше про открытки. Я вам уже показывала в каком-то видео, что я вязала... Ой, не взяла показать такое рюшковое полотно для ярнбомбера, да, для дядьки, который занимается ярнбомбером в Калифорнии, ярнбомбингом в Калифорнии. И у него очередная инсталляция будет в январе, и он собирает желающих, да, прислать всем ему. Я до сих пор еще не отослала двое ко мне, но до ноября там вроде есть время. В общем, у меня случился очередной приступ желания порисовать, но так как я вообще не художник, вот вообще. Как-то художник от слова худо. Но такая штука, как дудлинг, меня очень интересует. И я вот наклякала ему вот такую вот открыточку. Те, кто был у меня в Инстаграм, тоже ее видели. Да, это клубок, спица и крючок и подпись Yarn Bomber. Все это в различных узорчиках. Я хочу отправить ему это вместе с полотном вязаным. Вот. Здесь будет классно. Чем я все это рисую, кстати, о птичках. Я давно как-то ходила на такой небольшой мастер-класс, да, по дудлингу, по зенарту. В общем, там названия такие арт, зенарт, зентагл и дудлинг, по-моему, так, сейчас не ошибаться бы. В общем, девочка нам там рассказала просто, чем рисует, где, чего и как. И я купила вот такие вот Faber Castell. 4 ручки для рисования. Они капиллярные ручки для рисования, их вот так вот 4 штучки, они все разной толщины, ими классно вот рисовать все такие вот штуки, ну не черные, да, специально для рисования дудлингом я купила, а на чем я рисую, я купила папку, вот это папка для пастелей, в общем это бумажки для пастели. То есть вот просто белая бумага, она такая немного фактурная. Вот, и я, в общем-то, на ней как раз и рисовала эти все рисуночки.
Вот, так что буду, наверное, периодически их рисовать, может даже что-нибудь сообразиться с такими вот открыточками, не знаю, но такая расслабиться, порисовать, поизучать новые рисуночки, вот мне это тоже в сентябре было очень по душе. Те, кто в Инстаграм, вы, наверное, знаете Катю Лукакрафт, которая проводит самый честный конкурс. Здесь вы еще не вязали. Мне нужно разместить фотографии, как вы вяжете в интересных местах, там, не знаю, в необычных позах, либо еще что-то такое. И в течение каждого месяца Катя подводит итоги и дарит. Есть спонсоры, которые дарят подарки, да, кому-то, участникам. Вот, я покажу, какие у меня были картиночки в этот раз в сентябре, с какими я участвовала в этом конкурсе. Была очень зачетная фотография у меня в «Жигулях». Но не подумайте, не просто в «Жигулях», да, а вот в «Жигулях» прямо на месте мотора. Да, дело в том, что мой брат летом, когда мы были в деревне, он пригнал эту копейку, всю ее разбирал, менял мотор. Эта машина старше меня на год, а мне почти 35. И это наша машина, да, дедова машина была, и так она перешла, в общем, к моему Лёшке, она до сих пор на ходу, и он менял ей мотор, он всю ее разобрал, и сам факт, что стоит машина, внутри все пусто, но я просто не могла, я залезла туда повязать, заставила брата, значит, взять фотоаппарат, меня фотографировать, и вот кадры, сделанные сверху, были практически экстремальными, потому что чтобы это снять, ему нужно было где-то высоко встать, и рядом стал железный у нас такой бак, на баке там, он накрыт шифером, и он полез на него. Надо сказать, что брат у меня мужчина высокий и рослый, да, и, в общем, под ним этот шифер проломился, как он еще не слетел, вот этот железный бак. Вот, но все прошло благополучно, и как раз вот эта вот фотография сделала меня победителем в конкурсе у Кати. И я выиграла просто офигенский крючок ручной работы. Я когда увидела, что будет такой спонсор, он делает мужчина крючки, делает спицы, просто шикарные вообще работы, ну и, конечно, не стоят, соответственно. Ой, я так повздыхала, думаю, ну, может, когда-нибудь я все-таки решусь такое купить. И вот этот крючок мой, это вообще шикарно. Причем вот я очень рада, что именно крючок, потому что спицами все-таки я предпочитаю вязать круговыми, а не прямыми, да, а вот крючок это самое то. В общем, я вся в предвкушении жду своего подарочка. Вот, Катя тоже мне пришлет открыточку красивую. И, в общем, Катя, если ты смотришь, спасибо тебе огромное за конкурс. Все просто шикарное. Спонсору спасибо за призы. Ну и дальше тоже будем, конечно, стараться пытаться делать какие-нибудь прикольные фотографии в местах, где мы еще не вязали. Так что, если вы есть в Инстаграм, обязательно участвуйте. Даже просто приятно пройтись по тегу и посмотреть, кто где вяжет. В этом этапе была девушка, в сентябре была девушка, которая залезла на танк, и на его дуло, то есть вот на самом конце дула сделала и вязала. Это вообще отпад, просто браво. Причем такая в юбочке, такая вся милая. Господи, как же она лезла. Вот, в общем, вот такой у меня еще приз в этом месяце. Да, ну и продолжим тему, да, где мы снимали. Одна из фотографий была сделана на столбах. Мы ходили на столбы с семьей, урвали тепленький денек. И я, конечно же, хотела там повязать и пофотографироваться. Так как у меня вот было только в работе мой свитер, и он почти закончен, и тащить все это, ну, было бы бездумно, 7 километров в гору, а потом обратно. Я решила, что нужно срочно-срочно что-то начать вязать. Ну, и носки никогда лишними не бывают, поэтому я взяла свои запасы. О, да, у меня есть запасы, остаточки. Это Опал Спорт. Так, оп, не так, Опал Спорт. Носочная пряжа, из давнишних-давнишних запасов купленных я все извязываю. В общем, я начала себе носочек. Вот, ну пока это все в форме резиночки, будет простой, скорее всего, носок. Возможно, просто резинкой пойдет все сверху, а стопа будет лицевыми, просто лицевой гладью. Люблю опал, вообще очень нежно, отличная пряжа. Не устаю восхищаться ей. Я знаю, хвалят очень регио, но как-то вот еще у меня руки не дошли ее купить. Ну, в общем, у меня есть несколько носочков из опала, и они все до сих пор в идеальном состоянии. Я не знаю, может как-то устроить, достать вам, показать свои носки. Как вы думаете? В общем, там практически вот катышки, если они есть за все это время, они какие-то единичные. Я просто сравниваю с тем, что я вязала дочке носки из Ализе, супервош.
И они сейчас в таком состоянии, что их показать, честно, страшно. Вот. Хотя, ну, они носят их все, они еще не протерлись, но они в таких катышках ужасных, что просто, просто жуть. Вот. А вот эта пряжа классная. Так что будут носки, возможно, будет мастер-класс по простым носочкам. Так, то, что я еще хотела вам рассказать, это мероприятие, которое еще не анонсировано в Инстаграм, но оно начнется в ближайшее время. Магазин «С миру по нитке» у себя в профиле, они напечатали такой пост, где указали, что хотят набрать команду из вязальщиц, которые будут тестировать пряжу. Я решила попробовать, и мне уже пришла эта пряжа. Вот, значит, пряжа досталась мне, ну, грубо говоря, скажем, бесплатно, да, я заплатила за доставку, но по факту я должна буду ее отработать, да, это сделать тест, образцы, как себя пряжа ведет до, как после, какое-то изделие связать, и по прошествии времени тоже отчитаться, как себя пряжа повела при носке. Это вот такая пряжа. Это African Expressions, пряжа называется Love. И это мохер, 78% мохер, 13 шерсти, 9 нейлон, 50 грамм, 100 метров моточек. У меня таких 4 мотка, то есть 200 грамм. Скорее всего, это будут митинки, и либо снуд, либо шапочка, что-то такое простое. Пока даже не знаю, крючком или спицами, но спицами расход по идее должен быть меньше. Вот, приятная такая пряжица, то есть я буду из нее что-то вязать, посмотрим, буду ли я снимать, либо не буду снимать то, что вяжу. В общем, чисто вот сейчас визуально мне нравится цвет, мне нравится текстура, да, вообще мохер я полюбила, вот в том числе, да, кофточка, которая на мне. Я ее очень активно ношу в весенне-осенний период. И хочу вам честно сказать, что ну, по бокам, где в основном, да, появляются катышки, когда ты носишь под одеждой, нет ничего вообще. То есть пряжа идеально себя ведет в носке. Я очень-очень этим довольна. Но такой пряжи уже не производят. Это Див Милфорд, по-моему, была. Вот, так что, в общем, кажется, я все вам рассказала, что хотела. Я очень бы хотела узнать, как вам данный формат. Вы вообще слушали меня до конца или нет? Что-то делали, вязали? Или как, в общем, за или против подобного формата? Ваше отношение. Может быть, мы запустим такую волну, да, и подобные видео будут выходить чаще. Не знаю, как я их назову, и там эпизодами, не эпизодами. В общем, я еще все это решаю. Естественно, в названии вы уже увидите итоговое мое решение. Ну что ж, это вот такие были впечатления моего сентября, мои процессы, мои идеи, мои новости, мои выигрыши. Все, что случилось в сентябре, я надеюсь, вам было интересно меня слушать. Что-то вы поделали за этот промежуток. Вот, увидимся с вами в подобном видео через месяц. Я расскажу вам, что случилось в октябре интересного. А вам говорю спасибо за то, что вы меня смотрели. До новых встреч, до новых видео. Всем пока-пока.